с мышью. Да, подожди, она до мыши еще это было. До мыши. Я как ребенок. Подожди, забудь про эту мышь. Не надо пока что. Ты мне объясни. Я тебе пытаюсь объяснить, ты мне не даешь. Я тебе говорю то, что я тебя воспринимаю так. Но по мышлению нет. Ну, 20 лет тебе. Я тебе это говорила, что... Я выгляжу на 20 лет или что? Ну, тебе 20, ты молодой, я поэтому так и говорю. Я не понимаю тебя. В смысле? Что в смысле? Ну, типа, воспринимаешь меня как ребенка. Ну, да. Потому что... Как будто ты подумаешь. Потому что просто факт того, что мне 20 лет. Да. Какого черта просто? Эта ситуация, Артур, вот эта ситуация, она мухи не стоит. Я первый к тебе обратился с фразой «Одно успокойся». Ну ты ждешь меня при этом есть раз. Я не права. Я тебе что сказала, что я молодец, что я тебя послала? Ну я тебе объясняю, почему я так сделала. На что это я тебе так ответила? Я не меня не красит, это что я на твою мать ответила матом. Я не защищаю это себя. Факт. Даже если это не встали, это уже ко мне слова, которые мне неприемлемы. Как можно воспринимать человека как ребенка, если он себя не ведет как ребенок и не выглядит как ребенок, скажи мне. Мне 15, мне 12 или что? 20. И что? Без мата. И что? Со мной без мата. И что? И то. И поэтому я воспринимаю тебя так. Я вообще не понимаю. Это в смысле, это нелогично. Это как вообще? Это в смысле, я первый раз таким сталкиваюсь, что я не понимаю просто реально, что ты несешь просто. В смысле, я что несу? Ну как можно воспринимать типа, который нормально мыслит, зрело, грубо говоря, для своего возраста? И чисто с осознанием того, что я тебя на 3 года младше. Я что, тебя на 15 лет младше? Или что, какой ребенок? А я тебя так ты воспринимаю, когда, что ты? Когда родился, ну ты что? Я когда родился, такое восприятие тебя, меня. Я когда родился, ты только начала мысли нормально строить. Ты здесь говоришь в машине, фразы такие. Ты всегда при любой возможности делаешь меня виноватым. Объясни мне тогда, за что мы тратим время на умных местах на тетах, если ты считаешь, что ты был всегда прав. Объясни. А я только занимаюсь тем, что просто делаю тебя виноватым, да? Объясни. То есть ты все это время бедно терпел меня. Просто... Я могу тебе объяснить, нет, я бы хотел сказать, что я тебя люблю, а по поводу этих ситуаций, я могу тебе объяснить. Давай. Каждое лобное место, когда тебя в чем-либо обвиняют, ты же, а почему Артур такой чистый? А давайте обвиним Артура. Когда был последний раз? Ты всегда, всегда, когда? Всегда. Когда? Нет, по факту говорю, когда был? Всегда. Такое было единственное лобное. По факту всегда. Было единственное лобное такое. Да. Всегда. Ну, расскажи, приведи пример. Ты спроси у ведущих всегда, когда тебя упрекают в чем-либо. Когда? Говоришь, такое было. А почему вы